Привет! Сегодня хочу вам показать и рассказать про письмо, которое ко мне уже, в принципе, давно приехало, но никак не было времени его распаковать. И вот я решил его распаковать и заодно снять видео. Это юбилейный советский рубль 1991 года. Сейчас я вам распакую и покажу, как он выглядит. Я выиграл этот лот на аукционе Виолити. Мне обошелся он в 26 гривен, ну не считая доставки. Ну доставка там, по-моему, была плюс 5 гривен, если я не ошибаюсь. То есть все вместе получилось у меня 31 гривна я купил эту вот монетку. Смотрите, значит, как ее упаковали, в картонку ее запаковал отправитель. Мы сейчас ее так вот немножко отрежем. Посмотрим, что там у нас внутри. Так запаковано. Еще достать надо. Так, вот есть пакетик. И развернем, посмотрим. Вот она. Наша монетка. Это советский рубль, посвящен 850-летию со дня рождения поэта «Не за мигом живи». Что это за поэт? Я посмотрел в Википедии. Это классик персидской поэзии. Вот такая вот монетка. На аверсе нарисован сам поэт. И на реверсе 1 рубль. На гурте у нас написано 1 рубль. Это очередная монетка, которую я заказал, которую я выиграл вот на Виолити аукционе. И она займет свое почетное место в моем альбоме. Я уже собрал где-то 49% советских юбилейных рублей. Ну, не только рублей. Вот. И... Может быть, как-то, я не знаю, буду ли я снимать обзор на каждую монетку, зачем это надо, но, может, покажу вам, продемонстрирую свой вот альбомчик. Вот мой альбомчик с советскими рублями. У меня уже тут, он уже довольно увесистый такой получился. И наша монетка займет свое почетное место в этом альбомчики. Вот сюда мы ее положим. Вот она здесь и легла. Ну вот и все, что я вам хотел сказать. Пока.